Иисус подготавливал учеников к тому, что наступит эра Духа Святого. И Дух Святой, самая загадочная и самая, наверное, мало открытая и известная личность ипостаси Бога. И мы видим, что в Ветхом Завете он словно был скрыт. Это то же самое, как Новый Завет был спрятан и скрыт в Ветхом Завете. Пророки видели события, которые будут в Новом Завете. Пророки видели, что будет происходить. Они видели Мессию. Они видели события последних дней. Они видели Церковь, но она была скрыта, потому что Новый Завет был спрятан в Ветхом Завете. И Ветхий Завет открылся нам по-новому в Новом Завете. Дух Святой словно был скрыт в Ветхом Завете, и в Новом Завете он открылся, потому что наступила эра, эпоха Духа Святого.